Не сейчас. Подходящая цель. Откройте, пожалуйста. Сейчас, Толик, открою.
О, тут уже рыбка стоит. Ну, второй пойти. Так, чё? Это не мы. Это он. Ой, сейчас дам лёд, смотри. Бум. Да не, отошел, сейчас он подойдет, сманится. О, блин. Ни хрена себе, я 232 колечко. Одну. Да. А я даже не смотрел, что у меня оно есть. Ну что там, Костян, ты где? О, блин, это на карте. Так, все, он тут, погнали. Подождите. Подождите. Все, давайте быстрее, быстрее. Пробежим. Да мне игра. Он релогается. Откройте. Все, заходим, заходим. Заходи, Рога. Опять какой-то бомж в пати, ё-моё. Где хоть какой? Один? Где хоть один паладин? Да, а? Да, мне барабаны. Да, если маме пожрать. Вообще поставь пожрать. Кем пошел-то, ё-моё? Я? В банке больше. Видишь, Рога, матер. Давайте. Давайте, бафаемся и погнали. Ты не бафаем? Вот. На отключи, все норм. Сошли. Там тотем пускать в КД. Так, он, видимо, намекает, что я на ХП кричу. Да. Так, вот, на пол на райдера.
Чтоб так Кару Бер пошел. Он не слышит? Кто? Войт, он тут. Вы думаете, он не слышит? Слышу. Не сейчас. Заговорите, я слышу. Так точно. Прием. Ну что, давайте, погнали. Ну да, пойдемте, да, реально. Сколько вы уже можете писки мять? Ну такое и быть. Чё такое быть? Ну блин, ну реально, сколько уже ждали? У меня суп уже почти готов, через 15 минут буду выключать. Посуда вся перемыта, постирано все. Подождала, называет. Ебой. Вот меня, алло. Хилите. Вы чё? Так, ребята, блядь, прекращайте заниматься хуйней. Ваша АУЕ тут нахуй не усралась. Видите, блядь, лошадей точечно, будьте так любезны. Терлик, ставь тремор, пожалуйста. Все равно хуярят АУЕ, ебаный нахуй. Вы можете лошадей точечно заливать? Тут нема лошадей.
рыбу кто-то поставил, он молчит. Вот чё ты разбубнился? Мы только зашли весь уже. Тебе на себя кипятка в трусы налили. Ну, блядь, гонится на меня, не понял. Не, главное, на всех наезжает. Не, ему испортили настроение, нет. Понял, а он туда на нас это. Да, не понимаю. 5 минут, 2 раза сдохнуть, как не наезжать-то? Трэш, это нормально. ДК, не вызывай тут мобов своих. На пульте, на пульте. А, ладно, я на пульте. Сколько кожи падает? И одному, и второму. Всем хватит. Все в коже. Падает все, теперь напало. Которого нету. Давай, стоим здесь. Иди вниз. Он слышит на фрейдер? Нет. А пауки откуда? А, мог. Привел. Да. Мирил, потому что в контроле. Стали. Это ты, Мирил, сейчас всех положил. Так а нехуй. Я как бы согласен. Тотем очищения можно? Думаешь, убил пару человек. Ну, так и теперь попробуй побубнить. Отошли, стоим вниз, приведет. Отделают меня какого-то зверя, это просто жесть такая. Нет, ты понимаешь, вот кто мог бить АУЕ? То есть ДК со своим мором? Не, я... Ну, вар вихрем. Представляешь, вары без вихря. Чтоб не уешь идти, у нас Костик жил на 2 минуты дольше. Не било у них, потому что я знал, если я хоть раз лясну, да, всех убил.
А вы вот не знали, легли все. Так, так, все, прекрати это самое. Я Кио пинать. Так я поняла, потому что я сижу и ничего не делаю. Три кнопочки тыкаю. В уголок все. Поднимаемся, поднимаемся. Давай, Рай. Блять, он не слышит. Подругу видишь свою? Пока только. Ну все, добежать от тебя не может. Так, все, чистим тут вообще полностью в этой комнате. Один раз его стрельнул, что уже летит, придурок. Тут у половины ключа нет. Откуда пауки? Пауки с подвала этажа вниз. Мертвые, там еще боссы, которые не работают. Ты че, блядь? Мне там кричат обычно, где агро там? Это ты Пету скажи, ДКшнику. Это не твой ДКшник. Я специально вот постоял, подождал секунд 10, пока там все в финале. Потом только начало уезжать. Как только я запулил, сразу прибежало, блядь, три человека и ёбнуло. Убери своего хэта, блядь.
это классно. Вообще четко, сел до себе до босса попрыгнул. Вот че я наиграю анхоли, чтобы на меня не кричали. Да че толку на тебя кричать, бесполезно. Часики! Охуительно для танца. Пришли рог одевать. Настя, кинь лапку. Настя. Ну, я что-то не славил тут.
использовать эту способность. Такая дикий лун в самый угол после этого трэша, где памятник. ДК или ПАУ? Сейчас я отремонтируюсь, прибегу. Как ее, блядь, кормочную убить? Погнали. Ну, подъезд, ребята. Опять забегут, встанут все РДДшники.
терплю такого поведения. Держите раньше больше. Пиздец, конечно, у нас роги сейчас оденутся. И ролить не приходится. Где ДПС? Ты не оправдываешь топоры. Кто молчал? Сейчас очухался. Так, стоим все тут, танк сам придет. Ров, не суйся туда и не трогай. Походу, никто никуда никого не приведет. Отведите, отведите назад. Стеночки. Аккуратненько. Процента меткости это норм, да? У меня было 3%, я, наверное, вообще не попадал ни по кому. Ну так вы посмотрите на его левел до 39. Так, ты знаешь, сколько у него вопросов по поводу Фурика? Ну, то есть спрашивает потихоньку. Ну, он и так спрашивает. Типа 100 грамм, ну, может, чуть-чуть меньше. Вопрос, конечно, такой идеальный. 3% меткости это сколько? Это 3% меткости. Сколько рейтинга, наверное? Я о чем же? Это меньше 100. Ну, там около 100.
уже выпадет это самое. Тут же падает эта шляпа, как ее. Наложение чар. Мангуст, о. И чё? Чего говоришь? И что? Что падает? Я хочу мангуста. То у меня есть, выученный давно. У тебя ты играешь 2 года, я сам говорил вчера. Ну да. Я целый год. Там тут постоянно падает. Постоянно, не постоянно, но видишь, сколько раз я выходил в сторожа, ни разу не видел даже. Настя, дай лапку свою, а ты вставала. Кто не умирал? Рыбу кушайте. Бать, чтоб вы, блядь, вчера так ее ставили. Я все время ее ставлю. Побежали, кто там? Ну беги, беги, беги. Побежали. Я маленький. Там забери его от меня, может, или кто? Беги, беги. О, манускрипт. Вот этот неплохой манускрипт, кстати. Угу. Ни одного пала только, да? Чё, Рога, одеваемся? Это вы там, походу, в шоу-бис уже оделись. Ага. Так, Костян, тебе сразу надо погибель? Что ты говоришь? Тебе погибель только надо, да? Мне вообще никто не надо. А какой квестик ты хотел? Тут? Блин, у меня все квесты сделаны. Так ты же сказал, что по квесту хочешь. Ну, я спросил просто, у кого из людей квесты вообще в Каражане нет тут. Да. У меня Молчазар. Это Гер. Это Герои. А, да. Пашка. Молчазара. Только на героическом режиме. Мозг.
Прям, ну пошли, убьем, погибли. Убьем, пошли, надо убивать. Он как раз паловский этот щит и еще какая-то рука для этого, для лока. Че, там посохи, нет? Посохи топовые падают. Ни разу не видел посох. На Эрдру посох хороший, там 232. Нету у некоторых, знаешь, людей с острого посоха. Очень вкусно надеть, вот погибели. Можно даже и не фармить с острова, и сразу, ну, тут и ЛК его и надеть. Подождите минутку, я отойду. Подождем, я считаю. Я тоже, тут 2 минуты. Шаман тут? В РК у нас шаман, Керлик. Хуй нахрен на РК. В Дискорде он есть, нету? Не, нету. Блять, я не знаю, как ему объяснять, писав, я уже устал писать. Короче, танка нету, понял? Хила нету. Это пофигу, мне шаман главный. Надо подождать. Проклятие друид может снять. Не, надо, чтоб ставил тотем. Трепет. По КД. Да. И на взлёте, чтобы он ставил тотем, вот приблизительно, где я стою сейчас, когда эта падла будет залетать, чтобы все сбегались в одну точку. Вот. И он тотем, где я стою, чтобы он тотем поставил. И все, и все где-то уе. Снова придет и поставит метку на тебя. Будем все сбегаться. Так, еще раз прямо можно, что и как? Короче, когда этот, она взлетает, понял? Угу. Дракон вверх. Все сбегаемся в одну точку. Это точно зашел или кто спросил? Это рога. А, рога? Мне шаман нужен. Шаман-то в Дискорде, плюсами. Да, он в Дискорде. Керлик, будешь ставить тотема, когда она будет залетать? Приблизительно где я стою, где прыгаю. То есть она взлетела, все сбежались вот в одну точку, поставил тотемы и заливаем мобов АУЕ. Поскольку диспела нет, я бить не буду, я буду только на диспеле висеть и все. Вот, и тотем трепета, будь любезен, обновляй. Кто РДД играет, РДД хилы, чтобы страх не касался вас, просто максимально погибли. Бо, у нас два человека курят. Ну, кто-то суп варит, а кто-то курит. Пойдем, я попью пока.
слышишь, блин, новость я только что посмотрел одним глазком. У нас какой-то пьяный дебил в городе вывалился с 7-го этажа и всего лишь вывалился. Так, я тут. Общение. И всего лишь повредил себе лодыжку. Вот так. Везет пьяным людям. Танк на исходную иди, вот прямо где она стоит, только не трогай ее. Не так, к стене. Да нормально, нормально, не так пусть стоит. Вовчик, кинь на этого, на Костяна меточку, чтоб сбегались все. Так, только эта хрень взлетает, сразу все в метку. Гуляй. Метку все.
Окей, посох тупо убили. Левая рука хорошая. На руку прям. Ты, может, его в посох возьмешь? Я думаю, буду больше дамажить. Там дух как раз. Не бейте, сейчас пусть соберем, хоть далеко. Использовать эту способность. Нужно подойти. Ну ладно, блин. Если бы он хотя бы слышал. Ну да. Практически только автоатака есть, короче. Сопротивление, да. У меня сопротивление. Это улетел вниз. Здорово, народ! Здорово! Кто чего? А не ломитесь туда, хай сюда ведется. А он не хочет наводить. Ох и упрямый там. Места в кару нету, да? О, могу ступить. Тут все равно все на рогу падает. Идеально, мне подходит, я над рулем хочу. Вот над руля как раз все и упал тоже, да? А вы где там сейчас? Не смотрите, мы подходим. Ну, это не так и далеко. Ну так что, уступишь? Ты в танк? А у тебя дрон какой? Ну, короче, у меня танк такой себе. Без камней, без чарок и 232-й. Ну, смысла тогда нет. Ну. А ДД, что ли, или кто, Эрдру? Могу в Эрдру, там, 220 где-то. Но ну, хилить у нас, умею, там... У нас тут так два вагона уже. Ну, у вас... Вы идете в два хила, по-любому.
Ну, мы в два идем. Один хил. А, ты, ты во второй статик попадешь. Мы сегодня в кару веру еще. Ой, в кару еще раз пойдем. Да, ну окей. Подождем тогда. Чтобы уже не ломать тут ни. Я пока не могу использовать эту способность. Второй статик это через сколько примерно будет? Часа 3-4. Да нет. Да, потому что этот Гашишин тоже понравился. Тоже нравится Вася следовать. Это Вася, да. Милики играют сферы, все без исключения. Да просто стоим во фрейм, чтобы РДД с миликами стояли метров 10, и все будет нормально. Давайте в босса все играйте, забудьте про сферы. А у охотника ДК. Ой, суть, ДК, мастер на книжке.
Нормально. Сморфа. Никому не нужен поезд, пойдем уже сюда. Ты райдеру скажи. Стоп, новики. Говни телефон. Не сейчас. Я пока не могу использовать эту способность. Стоп, Мерик. Использовать эту способность. Слишком далеко.
специальные. Что-то все подустали, походу. Че? Молчат. Подождите его, ёбкую, блядь. Чё тебе надо? Чё ждать? Он ману пьёт. Его полно. Полное, потому что я выпустил своего цепи. Ну успел уже. Что-то все. Если не будет, мама, скажи. Я в цепях. Глядишь, что творится. О, зато посох на локоть. Уже лучше. Никакого лока, ёптую, ловкость выносил. Ну, говорят, на ловкость. Десять кап и дал Сауе. Не забывай. Вон, Минкерит вообще выдала 14. Не, подожди, он скажет про мой ДПС, когда его будет мало.
вашей ярости. Не сейчас. Надо подождать. Заходим, заходим, заходим. Подождите, Косик-то отошел, а он... Давайте, давайте, давай, заходим. Рая нет. Танк. Пуляй на центр сразу. Кто не бьет, дайте по сайту. Никто не бьет. Стоим, медведи. Бомжей. Разбежались, разбежались. Мазли спел. Могу. Этот кошмар когда-нибудь закончится? Заебись. Молодцы. Красавцы, люди. Кто ты сорта, блядь? У кого там, сука, руки из жопы растут? Войт! Чё, я что ли гнёсся? Да. Как ты мог, мастер тактик? Давай, и Райдер, прожмись! Он не слышит? Он бы прожался. Ну, это так. Да не, может, на боссе он еще выстрелил, но там же еще... Встаем, конечно, блин. Блин. Блин, ребят, я не могу бежать. Мне тут... Ну, у тебя там лес не сложно будет. Там, а куда жать? Где медив или как ты управляешь башню? Никуда. Никуда. Мы не открыли еще портал. Я самое близкое к обходу вижу, там у меня резок нет. А, ты самый близкий или нужно открыть? Я просто тут это самое, как бы сказать, щучку сушеную разбираю. Так. Стрельней. А за словом в карман наложит. Не, не туда, не туда. Туда, ребят. Двери открываем. Настя, которая
которая лежит рядышком со мной. Почти. Ты всегда такая ленивая. Она просто нервно курит сейчас. Я просто обратил внимание. Поза. Нет, ты говори, главная Настя. Ее подопечная Настя. Я пока не могу использовать. Это да. Надо как-то различать. Я не могу атаковать эту цель. Как бы про Настю Минкерет я знаю все. Настя, у тебя какой размер? Я буду вас так называть. Неподходящая цель. Я надеюсь, Вовчик обуви. Конечно. А вы о чем подумали? Я добежал. Только это бессмысленно, я резать не умею. Дефибриллятор. Нет, еще. Все, паркуйтесь, ждем всех. Не, давайте больше не вейпаться, это очень долгий кросс. Нам, по сути, после тени рана осталось два босса. Это пустота. И мортизар. Желающие шахматы остаются. Кушайте рыбку. Надо подождать. Не сейчас. А лентяи пусть лежат голодные. Вот так я тоже в следующий раз скажу, ЦЛК. Не, Керлик, отходи назад. Ты иду умрёт. Отлично. Не, ну хоть возле дверей можно леснуть. Так под это... Зачем ты отводишь его? А потому что он этот... Он же в танке пожизненно. Смотри, сейчас будет притяжка, вас всех присядет просто, и опять все лягут. Просто 5 баллов. Убирайтесь в холодный мрак.
знаете же, и побитый пес сможет укусить. А вы что, бьете, что ли, уже? Мне лупят его вдвоем. Молодцы. Сейчас, подожди, сейчас вот притяжку сделает и всех вас туда притянет. Ну надо тогда ближе к двери подойти. К двери подойдите только, да. Все, подойдем. К двери подойдем. Беги, малышка! Настя, дай бы. Отбегайте. Настя, дай БР. Ага. Спасибо, что ты ей сказал это вовремя так. Остались без... А что ты на меня гонишь? Я вообще не шевелилась. Они там бегают, а я виновата. Добивайся, тогда как хотел. Стоим. Стас, сбейте. Кость, тебе одному скучно лежалось, да? Наружу вас всех! Не достаю. У нас, блядь, такой криворукий. Рай.
скорости недостаточно. Встаем все и бежим. Нехуй лежать. Бери с меня этот череп, ловко. Просто вот реально, ребят, блять, Каражан это ебаный РБК, и мы тут вайпаемся, это пиздос. Тупо не посмотреть, что за каст, блять, когда у вас 100% босс во фрейме, блять, это дебилизм, блять, я считаю. А тут обижайтесь, не обижайтесь на меня сейчас, за мое сквернословие. Мы вообще по факту должны все касты сбить. Потому что у нас, блядь, 3 ДК и 2... Просто ни одного каста не должно проходить. Мне нужна цель. Кого там, блядь, пятая точка такая толстая, что умудрился даже кого-то сагнуть. Мне нужна цель. Керлик, что? Интересно. Кто, блядь, вайпанул? На райдера пошевелился, ёптую. Пошевелился, все правильно нахрен написал, блядь. Пошевелился специально, потому что надо куда-то ему идти. Прикольно, блядь. С такими отношениями я говорю, нахуй, никакого ЦЛК тогда не будет, блядь. Блядь, кто без Диса, нахуй, вообще спать, блядь, нахуй, выкидывать к ебеням собачьим. И хай ходят, сука. Так, запоминаю. Пламя, ты сбиваешь огонь. А, фрикозоид, ты сбиваешь лед. Я сбиваю эти, Чародейские. Чародейские, да. Ксиморф помогает. Видишь, на всякий случай подстрахую. Постараемся сейчас все сбить. Все косты.